я тебя вижу. Кивни, если меня слышишь. Успокойся. Все хорошо. Выполняй команды сразу и в точности. Поняла? Ты смотришь бейсбол? Изобрази неопределенную реакцию. Порядок? Полный. Переигрываешь, но попытка засчитана. Спасибо. За что? Спасибо. Что ты, это ты? Не за что. Минутку. О, боже. Вы мой Чедвей. Я вас обожаю. Эй, мужик, что за дела? Эй, ты охренел? Ты охренел? Что? Нет, я не с тобой разговариваю. Я с тобой не разговариваю. Я сделал что-то не то? Нет, стоп, слушай. Скажи ему, что он глазел на другую девчонку. А ты глазел? Да, ты глазел на другую. Что? Вон там, вон она. Там. На нее. Я хотел купить пару хот-догов. А, тогда. Два. Прекрасно. Спасибо. Пожалуйста. Ладно, быстро исправляемся. Засунь хот-дог в рот медленно и эротично. Мужчины любят фаллические ассоциации. Прошу прощения. Боже, ничего, ерунда. Мне ужасно неловко. Подожди, да. Я ототру. Должно получиться. О. Что это за материал? Я не знаю, хлопок, наверное. Ох, хлопок хуже всего. Хотя не так. Хуже всего кожа. А на втором месте замша. Ладно. Замри, не двигайся. Так лучше. Уже отходим. Я тебя вижу. Я на месте. День вышел не скучный. Ты меня щадишь. Такой конфуз. Нет. Просто ты необычная. Ясно. Нет, знаешь, это и лучше. Я могу раскусить женщину за 5 секунд. Но тебя понять нелегко. Он идиот. Я раскусил тебя за 2. Теперь попрощайся с ним и буфера вперед. Пусть ему будет что вспомнить. Ну, спокойной ночи. Компенсация за мокрую промежность. Для меня тоже. Нет, это я так.